А хил на него есть? У тебя мяса что нет с собой? Там 200 мяса у меня с собой. На, ты еще потом отдашь. Если лишнее А останется. киблов нету, нет? Откуда? Вот киблы хорошо ему продавливаются. Да и так пойдет. А еда, что там, он по одной штучке, он еле хилится. А чё, Че, Са? Мишань, тяжело, что ли, прописать? Угу. Оказалось, не так все просто, да? Ну давай потом разберешься. Чувак, мы с тобой братья. А чё у тебя черная борода, а у меня коричневая? Ну что-то хоть должно различаться. Это самый нормальный, блин, волосы. Все да, да, я же тебе сразу сказал, говорю, вот это самое прикольное. Вон у Мелисы такая же. Да? Там просто дреды, по-моему. Дреды? Да. Ну чё, пошли? Миш? Чё там, репликатор у тебя есть? Нахрена мне репликатор? Вон, видите, вырвался вулкан. Взорвался. Это, скрафтить этот шарик. Не, у меня нет с собой репликатор. Я же сказал, потом на ВГУ РТПшнем я скрафчу. Мелисса в тейке, да? Я свой дом выложу, нафиг он нужен вообще. Да он неудобный какой-то писец. Хочешь прыгнуть, он, блядь, включает этот реактивный. А? Я вроде просто прыжок. Хочешь на Е нажать, а он, блин, маску включает. Да, хочешь на Е нажать, что-то там сделать. Или Е зажать, а он включает маску, блин. Клем. Чисто для ПВП одевай, да и нормально. Извержение классное, да? Это та красота. Ну чё, перебор? Я так думаю, да, можешь покурить. Пару минут еще. Да? Пойду я тоже тогда. Ну что, я все. Окей. Извержение еще идет, да? Ну, там минуты 3-5 идет. Примерно так. Блин, у меня там гачи плодятся. Никуда они не плодятся, не переживай. Да, но я думаю, таймер-то все равно идет. Они у тебя родятся ровно, когда на сервер ты ТПшнешься. Именно в зоне прогрузки. А не так будет, что база прогрузится, еще и таймер сделает свое дело. Нет, будь ты появишься, и они у тебя родятся сразу. Ну вот они должны были в определенное время родиться, например. Без еще, разницы. Еще этот таймер ну, пройдет, таймер... они сразу же родятся, сразу же сдохнут. Сервер спать ложится, когда его, тебя нету. Придешь, посмотришь, видно будет что-то. Короче, профукал я сегодня гачу. Это ничего не профукал. Ну чё, Грег, ты тут? Да, я тут. Ну все, пойдемте, чё. Все, пошли. Походу ящиками только получится. Ладно, сейчас это. Потом разберешься. Так, чё, Грег, поближе давай сюда, а то вдруг тебя еще в квест не заю. Мелисса где? Мелисса, чё? Подожди. Отошла. Две секунды. Раз, два, все, запускай. Похилить надо, Гигу. Что? Да, похилили. Отхилили же уже, да. Подходите все к этому. Ну все нормально, вот так стоит. А, подожди, Ютик, да? Там. Просто игроки подходите. В зону шара зайдите к квесту. Зуб слезь, Дина.
дали квест? Да, все квест. Начинаю сканирование. Всем дали. Да всем вроде да, началось. Артек, ты не на мой сел, на мой сел. Вон следы да. показывает его. Да, 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 я просто, я уже проходил, я знаю куда идти. Все, да, так и по следам идем. Сейчас вот тут потом недалеко сразу появится уже этот рэп. Че, мы рано начали? Надо подождать. Ну, сейчас отменим. А че у него? Седло обычное, да, у него? Да, я только его сейчас прокачал. Так, вы не отстаете? Сейчас да Мелисса вон там стоит. Попробуем сейчас, если... Сейчас узнаем, как он нас просадит, потому что его просаживает очень жестко. Вон он стоит сразу. Мелисса, ты там где? Да я не знаю. Друг друга не мешаем. Потому что урона по нему очень мало проходит. А по нам столько же. Опа, понеслось, да? Ребятки, скажите, когда вас хилить? Можно уже начинать. Пока нормально у меня еще. Все, он ушел, видите? Все, все, не кусайтесь. Сейчас ждем. Давайте вас хильну. Не надо, у меня полное. А, ну, у меня чуть-чуть всего. У меня всего 5000 просел. Все понятно. Погнали дальше. Все, пошли. Еще два раза мы его так встретим. Если что, я за вами. Последний раз самый жесткий. Да, там еще рапторы будут херовые. Канон, да. Там в конце как раз будешь хилить без остановки. Приходится иногда останавливаться, если что. Посмотрим. Сканер включен. Вот он, ко мне идите. Че, я так же говорю, штанчу. Буйный X-тиранозавр. Если что, у меня просто еще есть один. Аккуратно, диадоном не сдохни. Мы жопу-то его покусаем, пофигу. О, ребятки, он как-то стал не так, как надо. Смотрите, не свалитесь. Да без разницы, я его жопу-таки скусаю. Кусаете? Кто там застрял? Да, да. Никто не застрял. Да и я застрял. Миша, да, что-то застрял. Миш, перезови. Спокойно, не переживай. Он сейчас уже уйдет. Если что, я потом просто другую гигу вызову, да и все, у меня еще одна. У меня okay. еще есть две, если что, могу дать. Ну вот, видишь. Так что можно и не хилить пока что ее. Без разницы. Да, экономика там. Вот Ютика нету что-то посырять. С нами. Да ладно, ничего страшного. О, куда, куда гига на меня летит, сейчас кабана раздавит. Я быстро это просканирую. Все, пошли дальше. Оп, я отошел, Миш, давай. Да я застрял, проходи. А, окей. Посмотрим. Спекается. А подождать как бы нет, да? Мы подождали 2 секунды. 16 Спасибо. Минут. Мне некогда ждать. Догоняй, беги. Я имею в виду подождать, чтобы стартануть квест. Сканер включен. Так никто ж ничего не говорил, когда стартовали квест. Не знаю, я все сказала, вроде подошли. Я сказал, что подождите, пожалуйста. Так, народ. Не было слышно. Все, последний. Подбегай, все. Мы уже последнюю эту грызем. Да, рапторов, надо, убивайте, короче, рапторов. А, рапторов я кусаю, да. Ты давай хиль, все, хиль. Хиль, диадонище. Хилю. Меня хиль. Меня хиль. Всех пофигу, меня хиль. А где-то там есть? А, вот он, да? Меня раптор одного кусает. Давай. Хилю. Ага. Видишь, раптор, у рапторов тоже урон хороший. У рапторов, да. Угу. Ребятки, давайте, чуть-чуть осталось. Да, время-то, видишь, мы за 3 минуты друг друга прошли. Рапторов грызите, вот они стоят. А вон те два раптора еще. Вау, не заходим. Надо так развернуться, чтобы раптор.
По идее, в зиме тоже такой квест есть, и в болоте. Да, да, везде есть такие квесты. В болоте есть спинач, просто который... Дина. Спина, конечно, пошлет гигу два раза, и гига впадает в агр, все. Ну, может, там багнутый квест. Это пошло не по плану. Миссия провалена. Выполнена. У меня написано «Миссия провалена». Миссия провалена. Да, у меня выполнена. Я тоже выполнена. Значит, вы кто... типа дамаг не нанесли, из-за этого провалено? Да. Это бред. Фигня дали. Ничего не вообще, дали. Погнали еще раз. Может, он куснет на кабанчике, а я кусну на юсике. Да. Да. Давайте. И все. Все, уходим. Возможно, из-за того, что дамага не было. Я побежала. Всем дали каменные вещи? Нет. Я не знаю, что дали. Такое говно дали. Вы куда все пошли? Идите за Мишей. Я побежала немножко вперед. Ой. Свернула не туда. Да, мы поняли. Там просто вкусный кентрозавр был. Уи! Квест так сам по себе легкий. Это если толпой эти. Миша решил сократить. Ну, кстати, как вариант. Десант! Там вот наконец вылез слезть из гиги, а то сдохнет сразу. Я на кабанчике в обход пойду. Смотри, там в обход Рекса иногда появляется. Так, я пока достану кабана. У него охрана. Кабана хит. Меня, да, он сзади идет. Фигня дали, короче. Два тоника амнезия самое полезное. А мне он каменный, да, инструмент. Все и 10 тысяч шестигранников. Еги все подпадают. Меня, да, похилищ. Хилю, хилю. Я ютик голодный. Кричался. Штаны защитные, костюма 149 дали и все. Если ну фуфа. Это вообще говно, по-моему. Мне дали две кирки, синюю, золотую, каменные. Кожаные ботинки, две пары. 10 тысяч шестигранников. 10 тысяч шестигранников, это самое что путное дали, все. Может, ты, Миш, пока мне обменяешь осколочки? Ой, нету шестигранников. Походу ящиками придется выдавать. Нет, шестигранники есть, там команды есть. Я это видел. Только для админа. Кто команду прописывает, только тому дают. А я передать тоже не смогу, они никак не передаются. А, там нельзя выбрать ник, да, и прописать человеку. Нет, нет, такой нету команды, я сейчас ее искал. Окей. Ну блин, а если я хотел на этот миллион купить, то за 35 тысяч. Че, какая разница? Там же за 3500 есть. Ну, а если у меня 1000 элементов всего? Я хотела миллион шестигранников, но ничего не накопи. Ну, спасибо. Чё, тогда давай элемент. Ты ж ящики хотел взять. Да ну нахер мне эти ящики. Всякое говно покупать. Все отхилились? Ящики это рандом, да? Это, а сколько будет стоить это, желчь аммонита? В элементе. Нисколько. Качай, пока качай кровь. Че, все здесь? Да, да, вроде. Все готовы? Да. Да, да, давай, запускай. А может лут у нас говно, потому что его админ запускает квест? Админа, может, порезано? Не-не-не. Рандом. Короче, нам не повезло тупо сейчас, да? Не желаешь поохотиться, выживши? Можешь, если что, народу много. Да не, там не знаю. Хотя, может, тут будет такое. Да во всех квестах альфа такое говно. Стойте на месте, сейчас квест еще не начался, уже все пошли куда-то. У меня начался уже. Вот теперь. Ноги не начинают считаться, надо там стоять, пока он просканирует. Я на кабанчика единственный баф не даю, потому что кабан не в моем трайбе. Начинаю сканирование. Кабану не нужен драйв.
Кабанчик сам по себе. Наличник. Кабанчик, он же свинья. Да, вот это вот еще свин. Тут не поспоришь. Дайте мне грызануть, подождите. В конце грызанешь. Я думаю, да, в конце грызанешь. Раптора. Раптора? Может, надо альфу грызануть? Кому-то пятикатку наносит урона. Мне, походу. Да, мне. Ай-яй-яй. Ай! Отпустите! Я грызанул, короче, его. Я его тоже грызанула в 50 дамага, блин. Да я то. Дайте отойти! Кто там на гиге отходит назад, блин? Не отходите. Я не скажу, меня откидывает эта херня. Вы там смотрите за хилом, ребят. Всё, нас уходит, вначале, да? Хилить не надо, в конце хилить только надо. Я никого и не хилю пока. Всё, уходит, уходит, да? Все, пошли вперед. Миш, давай вперед. Иди, иди. Грег, давай, 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 давай. Что стал? Багал все. А, ну нас это Юсик застрял. Не, нас Ютик поджал. Ютик, свали нахер. В смысле? Ты меня зажал вообще-то. Не ври. Я не мог это сделать. Из-за тебя меня чуть Рекс не сожрал, блин, а ты... Так он меня откидывает, отталкивает, что я сделаю? Блин, а меня, знаете, как чуть не сожрал, два раза по полторахе досталось. Потому что ты пошел укусать, тебе же сказали, в конце укусишь. Потом еще в конце одного раптора, один раптор останется, и их кусанете раптора по разу. Вы заметили, что у нас квест не выполняется? Ножки не собираются. Потому что мы давайте кто-нибудь назад и собирайте ножки. Какие ножки? Вы слишком... Да побежали вы все вперед, куда вы бежите? Все ноги у нас сзади находятся. Вы квест не наблюдаете? Да, вообще? Кто сзади-то собирал? Никто, потому что все сюда побежали. Ломанулись. 25, всего обнаружено следов 25 из 70. Вот, а здесь, на этом месте уже 60. Пойду соберу лапки, не психуйте. Тарапыги. Давайте назад собирать. Сейчас там гига, это, Рекс появится. Сейчас. Всё, пошла собирать лапки. Да, смешай, подожди, я отойду. Посмотрим. Сканер включен. Подходи сюда. Грег. Да. Давай назад. Дай-ка я быстро это просканирую. Тут магмозавр, помогите! Где? Блин. Вот поэтому торопиться и не надо. Я разворачиваю. Он тут уже кидается всяким говном. Не знаю, я, короче, пошел назад. У меня 36 из 71. Нет, помогите. У всех, общий, надо собирать их. А, надо собирать, да? Дай-ка я быстро это просканирую. Помогите, пожалуйста. Рек, там не стой один, а одному в секунд 10 только снесут. Гиги. Вон, внизу там. Да, уйди. Все, я уже бегу. Где? Лапки собираю. А что, в этот раз в другую сторону, что ли, пошла дорога? Ну, не знаю, у меня лапки куда ведут, туда я иду. Значит, другая дорога в этот раз. Была в трасс туда. Идем сейчас сюда. Тут эта скотина появилась. Бежать! Убейте магмозавра кто-нибудь. Я чуть выше. Ай-яй-яй, точно там этот появился, ребятки. Идем. Где вы? Не багайте, пожалуйста, дайте сбежать. Убейте Василиска. Да. Че-то квест какой-то вообще кипишный. Все как это. Торопятся куда-то вперед, батьки все. Все побежали по старой дороге, а тут новая дорога. Так, сюда максимум 2 гиги влазит, да? Ну, там еще... Блин, Мелис забагала. Да мне надо баф дать ребятам, блин. Забагала его. Грег, стой там. Ты нам здесь будешь мешать только. Здесь только 2 помещаются. Подходи. Залезешь? Да, конечно. Ой, назад. Диадон, не это... А чё он пробежал?
Он пробежал, ребят. Уходит, не переживайте. Все, стоим, ждем. Не, он больно кусается, он по пятихатке кусается. Что ты хочешь? Это пятихатки, меня по полторахе кусает. Что, ножки появились? Прямо, прямо. Прямо, иди. Да. А, вот они, да. Вперед, бегите. Не бежим, идем спокойно. 49. 50, да? Дай-ка я быстро это вот подходи. Мы по ним идем. Просто не заропиться, надо ждать, пока их прочитает. Так, а куда сейчас? Пошел. Повороте лавку соберите. Ага. Поехали. Так, все, да, главное. Ну, раптора по разу укусите потом. Последнего, предпоследнего. Да, они меньше всего кусаются. Ребят, мне кажется, он сейчас прорвется нафиг. Да. Включай хил. Ой-ой. Хил включай. Ой-ой. Включаю. Раптора по разу укусите, который Артек. Давай, ну, я двигай, который. Давай, давай, я отойду. Там под тобой два или три раптора, как раз их кусят. Пусть кусает, я жду. Кусаю, меня кусают, у меня ютик красный. Я вроде укусил по разу. Ну и все, тогда давайте проверяем. У меня тут задавили. Вот что я называю. Да, миссия выполнена. Все, миссия выполнена. Грег, за тебя золотую каменную кирку дали. Дали золотую каменную кирку. Мне дали шипастый дракона легендарное сетло. 7000 сейчас дали. Еще урезали шестигранник. Рекса, замочите кто-нибудь, блин. Так, мне дали грибной отвар. Тут каменную золотую кирку. Отхилить вас? Седло на паразавра дали. И светящиеся эти. Седло на фиобию. Блин, ребятки, знаете, что мне дали? Мне как знатоку гач дали золотое седло для гачи. Че, пошли на квест. Где он вообще, кто-нибудь помнит? А, вон он, сзади нас квест. Побежали. Пошлите бета пройдем. Там с бета лучше может упасть, чем с альфа. На бета там всего один тирек. А ютик довольно быстрый такой. Блин, у меня это болезнь какая-то, жар что ли. Что за коробка здесь? Ваша коробка? Не, не моя. Это этого. Скорпиону. Моя хата вон стоит. Не, это скорпа. Это моя хата. Фундамент вот сколько? Да. Говорят... А как ты здесь поставился, здесь квесты? Не знаю, он там ставится кровать. Хилу рано включили, дайте похилиться. Домой, кабан. Что хочу, то и делаю. Блин, пипец, легендарное седло на шпастый дракон. Нахер оно нужно? Отдай